Слева поставил. Опа, пивцо пришло. Сейчас я распекнусь. Слева, точно, слышу. Смотри, что делает звезда. Хата бафники. I don't know. Я буду бафать эти кулаки. А Мишка не хочет? А не хочет. Каски. Ребята, а давайте уже так пойдем. Ладно, ну сейчас бафнется и пойдем. Если хочешь Мишка, то скажи. Ну кулаки не укачу, ну просто я буду каски баф. Блин, ты иди нахер своими кулаками, на П покричат. Ладно, все подтвердили готовность, герцогиня, ты кулак раздавал или нет? Раздавал, все. Любаем, пошли. Герцогиня кулак, а ты Джерин кресты раздашь. Все. Там ТТ можно на 5 поставить, я был прокачанный тут поступил. Да, что-то мы задержали с этой. Со сбором минут 20 тупим. Так, осколки брутала. Шипы. Да, 3 КИП уже, помните? Соответственно, переходит в разряд бесполезных инстов, да? В смысле? 3 КИП, это много чем мало. Раньше было 1250. А, значит, полезное. А, извините, 2500 без ачив. Прям очень хороший инст получается. Да. А можно сакру? Да, лучше. И симу. Чё он долго так крутится? Мне уже надоело крутиться. Нравится, наверное. Давайте встанем за спину. Хочешь жить, а мне вертеться. Но его это не очень помогает. Помогает, когда там молодая рда играет с ним. Джиперсы, да? Не знаю насчет джиперсов. Так, дикая ДРСки на 6 часов. За 10 возьми себе рудак. А ну Ваня, кому надо так возьми. Типа продашь. Да, осколки тебе. Я забыл, что я на Элема ролю. Все равно кольцо на хила с этого, как ему. С кораблей, да? Можно это взять. Ну это нет, это... А почему не РС 25 хм? Ну оф. Ну потому что ж уже есть кольцо с РС. Ну там в корабле и РС когда без. Если ты не берешь пепельное. Кстати, чтобы да, у меня... Я только сейчас заметил, что у меня вообще кольца нету за репу. Прикольно, да? Выходит... Мне это кольцо нахер не надо. Репу говно. Как за репу можно там на ДДшной обычно кольца можно взять и все. Хиловские такие. За репу ДДшная. Ты лучше ДДшная бери за репу. А хиловская фигня. Да. Так, Айсфри, спекнись с танка, здесь надо помощь на линии. А вы слева протокол справа. Пусть не спекается, пусть просто шмот наденет, стойку сменит. Типа баф от АДК, чтобы был. Пусть это поможет. Так. Давайте, приоритет контроля. Фурики, ретрики, роги, ханты, совы. Слева миллики, справа РДД.
достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. О, давайте, 50 секунд бафа. Никто у нас не падал. Сейчас убьем. Джулиан, спей или спой гимноману. Тотем поставлю. Скрепь людей. Так, Рези Варлок, СС на Шизар, и Десрат, СС на Каскюри, да. Сейчас добиваем этого дурака. Чекаем. Больно. Чё? Каску по этим... По себе каску Белин. И мы запускаем. Очень быстро запустили, наверное, хотите за час 45. Каску по пристам, пожалуйста. Играйте в трэш. Смотрите за лучами контроля, в эти лучи даем контроль сразу, фир. Не всегда так делаю. На опережение играю, короче. Так, лучи сейчас будут, смотрим. Вон, в центре. Трусы надо законтролить. Кстати, сливайте капли свои, антимагические щиты, звездопады. ДК, ты слева, там тебе пишут. Давайте новый трэш. Там покидайте звездочки Inner Conscurit. Сейчас буду ключи. Контролим. Луну законтролим, трусы, два фурика в контроле. Надо фернуть их чем-то там, я не знаю. Убейте черепок. Так, мы не успеем перевести Леди, верно? Стопайте по Леди. Стопайте по Леди. Гомеопатия, давай гимноману. Играйте все в трэш. 500к у Леди. Блин, сейчас дот еще добьет плохо. Войд, давай ты гимноману. С лестницы-то забирайте. Гимноману будешь дать? Да, о чем? Где Лавитон, который танчит? Там сейчас. Лучи контроля, трусы надо законтролить и луну 2 милика. Пошла фаза, справа трэш вышел, все в него, сыграйте. Нафуливаем на айс фриза теперь. Контроль сейчас будет, духи. Бежали с лужи, вышли. Кто-то хлопнул, плохо. Контролим сейчас игроков. Вторая пати. Протопал в контроле, Эрдву тоже. Давайте трусы контролим. Меня друид хочет убить. Вруйка я у него магию. Давайте в трэш. Играйте в трэш. Напуливаем на Брутелла. Отбежали от духов. Контролим игроков сейчас. Лучи, пойдут лучи. Квадрат контролим Энг. Можно еще ханта луна. Леди бьет на 10% больше. Отбежали от духов, в мили-зоне дух, играйте в последний трэш. Напуливаем на айсфриза. Отбежали от духов, в мили-зоне две штуки. Так, контролем квадрат фурик, трусы и рога.
Блин, упал один чел. Плохо. Подаем. Хотелось бы идеально убить. Хлам какой-то выпал. Какой-то хлам. Может быть... КД 10 секунд. Не бесы, не бесы, не надо. КД. Иди дальше. Где несокрушимая орда принимает игроков? Чё я поверну? Уже несокрушимая орда. Так видели, они, по-моему, каждый год новое название. Да нет, это я почему-то умер на ступеньке. Да, споткнулся, наверное. Так, из 4 хилов, у кого же есть ДД на сурка? Войда. В смысле? Там вероятно С. Ну, я могу зайти на кого-нибудь. А у тебя нету ДД, да? На этом персонаже. Я не вовремя. Я сегодня переделал опять под холик. Я холиком сейчас играю. Могу хантом зайти на одного пасса. И в мишку. Ну и в мишку. А брутелы в мишке. Так потанчишь, а брутелов ДД спикнулся. Или брутел. Ну, можно. Брутелла, у тебя нету ДД? Ну, типа, чтобы был РДПС 340, там, хоть, ну, попробовать. ДПС кто-то даст хороший. Для картинки. Видели, какой плохой лут падал? Первая ссылка. Там кило упали, да? Да не, даже, ну, я весь шмот просто забирал себе на расплавник. Никому ничего не только надо. Только воля упал. Ну да, воля. Рыцаря, тому, кто меня передамажит на этом боссе. А, ну тебя сейчас могут передамажить спокойно. Тебя? И легко, наверное. Сейчас попробую. Ну, любой маг передамажит сова. А как ты будешь делить 5 сфер, если тебя пол рейда сейчас передамажит? Нет, пол рейда вряд ли. Ну, если... Кулак парадника, бафните, кто на кулаке бафает? Есть баф у тебя. 16 минут был. А тут горма не было. Так и сейчас горна нет. Да, вижу. Бека в рейде нету. У меня вообще нету бафов. Я вот стал, мне никто не бафнул даже. Вон, бафнули инту и бомжатский пристабаф. Почему бомжатский? Ну, 30 минут, не на 60. Ну да, это сильно решает. Ну да. Ну да, генерал. Ну ладно, какой. Споткнулся об ступеньку. Как ты смеешь ступать на мой корабль?
Слушайте, если в 0-0-0-0 отключат нам РК, что мы будем делать? Да ничего, разойдемся. Дискорд? Да, ВК. Дискорд. Скайп. Ты как это сегодня отключаешь, когда? Там была фраза 31 марта 00 по МСК. Вот как-то так. А откуда инфа была? ВКонтакте, в группе написано. Ну, 1 апреля, как бы после 31 как раз марта идет, знаете, да? Давайте без РК, если РК отключат, мы без РК пройдем бича, будет плюс там косарь ЕП, как вам такая идея? Прекрасно. Я в оповещении просто буду писать там лужа. Бегите. Контрол второе окно. Хотя нет, это не поможет. Вот последний. А, блин, не успели чуть-чуть. За 40 минут можно пронести чумку и совет. Ну, это сверки, да, нужны? Да. Чего? Просто решил показать Войду. Ну, он выйдет, да, вот. Ну, он Войд проиграл. Ну что, Войд, давай сверки. ВКонтакте, в группе, в этой, в РК, написано. Еще 15 марта писали, что сервис закрывается. Да, поэтому они отключили донаты, регистрацию аккаунтов. Ну, классная шутка. В убыток админа. Не запускаю с рука. Что, мне заходить, нет? Да, ну ладно, забей. Что-то спекаюсь в книжку. А, сейчас, секунду. БТЛ, у тебя есть ДД? Бафы раздают. Брутэл, ну ладно. А, нету. Я понял. Каска обновить. А у Белины Рэдрика есть. У Белины Рэдрика есть. Там сейчас исчезнет сундук. Быстрее раздает. Белин, у тебя есть Рэдрик же? Может, давай он в Рэдрика, Белин, а ты в Мишку? Ну давай. Давайте так. Да, Мишка больше не просыпает. Белин, быстро спекай. В чем прикол про это сундук исчезнет? Это не троллинг? Нет. Я, короче, раздал просто лут. Он не знаю, сколько минут он стоит, но минуты три, типа того. Под защитой старейшин. Сейчас будет 370 кдпс. Умирала, что пройду... Не надо 370. Друзья, что будет, если два мишки будут танчить МТ и ОТ? Бафы есть? Да, параги сядут. Да нет, сядут. Ну, че вайп будет, вот что будет. Че, истерию кидать или не надо? Не, не надо, не кидай никому истерию, и ПС тоже никому не кидать. Медведи кинь. Ну, медведи кинь, можешь медведи кинь, да, все правильно. Вам можешь кидать. Двадцать 31 кдпс у Англифа. Трэш надо слить.
Луна идет на Лока. Ромб на Лока идет, сейчас умрет. Ах. До свидания, Лок, скорее всего. Ваня, когда не будешь танчить с Сурка, поднимешь Дисрапта. Вставай. Трэш играем. Не надо откидывать трэш, пожалуйста. Вы только хуже этим делаете. Ромб играйте. Не знаю почему, но меня черный моб не убил. Олег, похиль меня, я сейчас потапаю с подметкой. Папаюсь. Что значит? А, я понял. Лайфтап. Так, мишковскую сакру давай. Да тут алды сидят. Могу только мостаун сражать. Кинь. Отдал точку, заберите моба. Не доставал пока, как всегда, извини. ДПС нас накрылся. Читаю гимн. А, блядь. Блин, две метки упало. Ну-ка. Давайте падаем. Эти меточка упала. Да, меток дохла. Давайте будете бить трэш, это мы будем вайпаться так. Там аккаунт на втором месте вообще просто. Я не понимаю, а что за сложность пичку дать в трэш? Если трэш не бить, тут вайпы будут. Почему я первый в трэш? Че у нас с собой? Ты же с собой идешь. А, да. Сова тоже четвертая, нормально. Да не, с таким раскладом сова дала бы 500-ка. Жестко было. И сейчас запустить. А, все вижу. Да, надо перезаписать ДПС, потому что дисрапт упал, он дал бы 25 камбы. Да нет, мы бы не убили, там 6 лямов. 7 меток и минус хил. Я говорю, сейчас убьет нормально. Хилов или нет? Много хилов, мне кажется. ХПС много, босс отхиливается. Да. А во сколько хилов? 3? Да. Попробуйте в 2. Нету больше ДД спеков. Чем тут хилы, если упали люди, которые трэшбили? Да, танки гнали, танком ГП. Запускаем босса. Инспектор, что называется? Что? Смотри, я вот в ДК хотя бы расскажу, может, не знаю. Когда на тебе вешается руна крови, танчит мишка, ты даешь боссу 2 удара смерти. Сейчас я вас смотрю. Ставь выключить. Благодаря повелителю руны смерти ты даешь 2 удара смерти, и у тебя появляются 4 руны смерти. 4 ЛПшки. Появляется трэш, ты даешь, ну когда надо забирать босса, даешь 2 ЛПшки на всякий случай босса и 2 ЛПшки в трэш. На третьего моба у тебя есть притяжка. Считай, 3 моба ДК может держать на себе. И великие их будут бить,
и Мишка одному даст стан, повернется, второго, ну, стан. На третий трэш мост стаунд Мишка отдает, зажимает дружинники, и все. А у вас трэш убивает лока, блядь. Это вообще хуйня какая-то. Удар смерти — это тот, который хилит? Да, который хилит. Что пройду через темные порталы. Из удара смерти хожу. От тебя нет удара смерти пока. Так нету. Не, ну на моем ДК в смысле. Сегодня исполню это обещание. Качал, да? Линкуй сейчас за пару секунд для пула. Сразу 80-го ап сделал, так оно и до сих пор. Там дэшный спект меняю, а тут нет. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бывает, надо хороший скрин ДПС. Играйте в трэш по возможности. Три секунды до трэша. 2, 1, 0, трэш. Все в трэш играем. Смотрю на метки. Кружок пошел опять на дисрапта. Кружок опять идет на дисрапта. Все, убили. Одна метка. Пятьдесят процентов хп у босса. Так, 5 секунд до трэша. Трэш вышел. Луна идет на меня. Луну заберите, сейчас вырастет. Двадцать пять процентов у босса. Три метки, кстати. Промазал. Это был второй трэш, да? Кстати, лапки вроде нет на БДК. Трэш, играем, последний трэш. Три милика с метками. Ромбик заберите, в рейд пошел. О, да, детка, да. Ого, пишется, что Англиф дал 21,7. Это скада. 21,372. Давай посмотрим. А не, нифига, он не топ. Сука. Да блин, ну серьезно. Я старался. А сколько там рекорд у вас? 23. Какой 23, 21,7 топ. Твою мать. А Джерри, он трэш не бьет. Да, прикажите, да, в трэш, пока. Джерри на ПВП спеке 13 кдпс, это нормально для фоллоуа ПВП ретрика. Другое дело. У меня бой, короче, давайте забейте, короче, я думаю, более здесь никому не надо. Погнали дальше. Сейчас я разгоню. Нас ранит пароль. Так, давай посмотрим, кто у нас рвается. А ретрики. Как у нас ретрики дамажит, кстати. Кто там топ? Молодец. А вот сейчас Хан дал 17800. Наверное, второй шаг. Нет, я не знаю, кстати, почему. Я даже на бурсте наверх не вышел. Я не знаю, что случилось с моим хантом. Да, наверное, сильно зависит от того, на что воля проходит. Ну, это тоже, да.
Да, можете обратно спекаться, если хотите. А, по пояс. И чё, я сейчас приведу Валю. Чё, завтра Джеринок. Джерин, у тебя есть ещё один вар? Да, а чё? У тебя есть ещё шанс. Завтра пойти и дать 22к. Сегодня отдал, если бы я рассекающим не бил весь бой. Бывает. Портал, бегите все, чего вы тут на... Вот ты, блин. Тутену убери оттуда. Тутену, Валька сагрится. Да не сагрится, я думаю. Хотя, мы будем проверять что. Сагрится конфеты. О, повезло сейчас. Так, у нас пока один танк, бой Белина не может пикнуться, пока так идем. Общий РДПС какой у нас был? 324? А что, бой висит? 333 почти. Поспекайся, ты успеешь, пока дойдут, сагрит. Кинь меня, брат, хилом. Ой. Да, разбили мне 5, хорошо. Я рано обработать надо. Где? Кто идет завтра на ДФБ? Я, наверное. Это долго по времени? Ну, обычно мы там за час управляемся. Вайпаемся и расходимся. А эти... Что после него будет? Что-то будет собирать? А, не, я завтра не еду, но точно. А, ну давайте завтра без ульды. Это нам будни соберем уже. В среду, если хотите. Хотя подожди. Может, и ульду успеем. Завтра выборы не успеем. Надо же проголосовать, на митинг пойти. Да, завтра. Чучело Порошенко сжечь. Послезавтра проголосуешь уже. Да, конечно. Да, но тебе надо идти на эти выборы ходить, забей. Ну что, главное, чтобы не Порошенко было, так все нормально. И не Ляшко. И не тот, который шапки тырит. Блять, это надо было шапки тырить. Пипец. Нет, я остался в этом... в сундуке. Тебе надо, Пояс? Там сундук не исчез, еще не знаете? Не, еще не. Я пойду назад, отдам его. Ай, блин, мне этот моб кинул слизнюка, когда я уже возле портала с личом стою. Релогнись. Там, там сейчас... уже баф пройдет этот, пока я релоги делаю.
есть. А сейчас у всех зависло так? Да не. Пипец, у меня стоп-кадр глушит. Какие-то грешные порталы. Нет, просто не в комбате не работает, у нас байтит. Так у меня нету боя. А у нас-то есть? А, ну это все решает. О, можно через Twitch рейлить. Да? Там задержка, задержка. Там 10 секунд задержка, да. Ну ничего страшного, не догадаетесь. Представь, что ты будешь с лагами играть, просто ты нормально. Задержка секунд 5, кажется. Нет, если серьезно, то людей уже нужно загонять в Discord. Чтобы они там настроили все как можно быстрее. Да, короче, мы так пройдем, потом разойдемся, короче, это уже завтра добьемся. Я не про это CLK, я в целом. Через Sky. Не знаю, я легче распустить. Кстати, мы видели за дискорды всякие настраивать. Проще конференцию на телефоне устроить. А, блин, я не про этот нет. Конференция. Сейчас закроется РК, чтобы люди заранее все настраивали. На следующий рейд. В Скайпе создадим две группы, типа 12 человек, 25 человек. Будем по две группы. Я в одной группе поиграю. Другой человек, другой. Во второй группе. Когда мы в заходил, там такой говно сейчас. Типа как огры, да, с двумя головами. Пойдем сюда, нельзя сюда. Что бой. Так это можно отвечать. Чувак, наверху. Или по вайберу. По вайберу можно. А чему Дискорд нравится? Система грузится, не чем РК. Так, ну, да, историк, не давай чекнем. Историк Джулиан слева от босса. Не понял, что он. Слева близко или далеко? Чем далеко. На рейнже, ну, имею в виду, ты на рейнже будешь вместе с Джулианом. Появляется лужа, ты уходишь влево, ждешь, пока она пропадет, возвращаешься обратно на свое место. Главное, держишь дистанцию между Джулианом. Мерилин, конскюрит у ворот. I don't know, Кноу и Афлик, кто из вас не знаю, справа от босса. Войд Хилл и Сфукс сзади босса. И давайте засумоним Войда. Блин, не кажется ли те пацаны с кнутов до сих пор в ЦЛК? И на ИЧА набирали, когда ты или простел? Да не, там на Лане что-то перезаходил, они там собирались. Блин, Шизар. Пулим? Да. Так, я сейчас найду тотем, от силы природы поставлю. Это хуй был неожиданностью, блин. Элвин прыгнул кош. Потом бабу. Че, стерею кидать кому-то? Ты дай... Не знаю, кидай на того, кого ты любишь. Я найду Англию в списке. А, вот нашел. То есть не зря вчера про Англию в ульде шутили. А, прижми глыбу. Никто про него не шутил. Без понятия. Ну, на первом месте просто. Это провокация. Если есть бабл. Что-то тухло на сервере стало, особенно в чате. Рейды никто не собирает почти. Сижу тут. До хрена рейдов было сегодня. Значит, тут рейтинг были хотя бы на качек с 5.
остальное на X1, тут был бы онлайн, а так. Все уже оделись, но никому нафиг не надо. Неужели это из-за рейтов X1? Ребекач, сделали X5, то нормально, подлайн бы оживился. Сейчас попробую положить кодексу это, напишу на форуме. Хотя бы X3 сделать. X3 же будет, блядь. Не, ну, объединение. Тут вместо X1 сделать кач, только X3 и все. Остальное ставить. Нахрен такое надо. Че бы люди пёсов качали, то рейтов будет больше. Знаю, то есть мы под класс песов выкачивали, старались на X1, а сейчас придут люди и на X3 будут качаться, нечестно. Честно, честно, нормально. Я говорю как человек, который играл за 9 лет на X1. Кто онлайн? Я тоже. Подбежали к стене, взрыв пошел, сакру прожимай. Конскрипт поднимай, как всегда. А, ладно, не поднимай, не заметил, что хп 300 осталось. Ну, ты видишь, что онлайн-сервер от 1,5к, там 2к где-то. И там будет все уменьшаться, уменьшаться, надо что-то делать с этим. Либо через 2 года до свидания. А, кому? 2 года, 1,5 года максимум. Не, ну, через 2 года тут, наверное, онлайн 700-800 будет. Кто его знает. Будем один рейд собирать, наверное. Либо вы забьете. Да, я работал и туда. Так, тут. Забыл осколок передать. А потом передам. Входим за Леней сейчас. Каску помогаем еще. Каску помогаем. Дайте каску помогам. Дали каску помогам, отлично. Горячая. Что ты говоришь, что ты горячая? Любой, просто глуховато и... У меня маленький словарный запас, не знаю, что вы говорите, новые слова какие-то. Квадрат принес спору в кружок. Потому что слева от квадрата было еще одно споро, чтобы человек не терял время, я подбежал к кружку, это называется экономия времени. Рационализация. Не, прикольно было. Нет. Друид, кто там со споро в миллизону, пожалуйста. Слева. Ну, Стич Лоу, спасибо тебе. Это я не вру тебе, спасибо. Ну ладно, с двумя стаками пойдем. Не, ну тут другая ситуация была. Тут не было спора в миллизоне. Да и фиг с ними. Пусть там сдохнут, да? Танки выживут, те. Давай, поставлю тебе тотем, черный мой. Там минеры позаливать ей. Пусть РДшки переходят, да, Слава? Лучше танками. Ой, я только сейчас заметил, что у меня нет тотемов нет. Поставлю, наверное. Это заклинание.
прожму под чешку. Так, чё, во что будете дальше играть, когда сервер закроют через пару месяцев? Привинки. Final Fantasy. Сейчас сослабился. Косынка, да? Да, самая охуенная игра. Стримы будете смотреть, да, Джимми? Стримы, пасьянс. В Терру можно и поиграть. Не знаю. Это клон линейки, да? Угу. Это клон линейки. Очень давно. Наверное, 2009 год. Да я ошибаюсь. Ну, тапки. О, тапки. Ходил за ними. Прикольно. Сейчас за длиной креста заберу. Кто там по ЕПДП? Лимон. Только лимон. МРЦ. Ну, возьму себе вторые. Поставишь потом, он сам за себе осколок возьму. Да. Поезд на танке. Ноу. Понял. Держи. Так. Те пацаны до сих пор вайпаются. Нам надо нагнать их. Какой-то стимул играть просто. Потом помочь им. Поставь сам за себя. Держи. Все, суманите. Короче, помните, я Ордену Анархии помогал? Ага. Я с ними на сурке вайп, на профи вайпался. Там, короче, какой-то админ зашел, который меня не взлюбил в каком-то чат-рейде. Он меня кикнул с РК, а потом меня кикнули из рейда другой РЛ. Сказал, сорян, мы его возьмем. Они потом еще так и не умели. Кучки. Но я с тех пор я с ними не хожу. Да, я когда пишу там волчаты, ну, там типа тот, там АЭС, там 6.5, то есть там предбисов, и говорят типа не, много. Пишу 5.8 берут. Но кольцо сумку пойдет. Они сами так говорили, потому что 6.5 плевать на шмот, они подамажут 3 босса и уйдут. В этом они правы. Да, если не попадем. Давайте каску попало. Локи, наверное, знает, что делать, да? Чек на пол. Я не знаю, да. А? Тич Лоуз, допустим, зеленый, Крайзилава, красный. Блин, Андрей, готов? Сейчас, да. 50 секунд из печеньки зимнего покрова съем, чтобы дух пахнуть. Блин, я тебя Андрея назвал, а ты Миша. Один дисрупт на босса, да, кидает? Кидай, может, ты это... Ты прожжёшь над никами, а сам неправильно сказал. Может, босс, когда кастует, призывает этого слизня, может, он тоже замедлится каст? Все, бей столик. Самый опасный босс это ссылка. Восемьдесят девять. Стопаем по боссу, 87. Эскейп. Эскейп по боссу. Хочется здесь вайпаться, надо стопнуть. 83. 82.
81 уже. Всех зеленого. Милики, отбегаем в РДД-зону. Тускан. Молодец. Танскюрит поднимает Тускана. Тусканчика. И передал чуму. Короче, слизни любых могут выбрать, так что к столу да, все идите. Давайте все к столу, красные к столу. Сейчас слизни всех выбирают. Любого игрока. Потом по дебафам играем. Так, газовое вздутие на Кордобе. На ком зеленый дебаф? Отбегайте в звездочку. Подальше. Ого, он меня сейчас догонит. Смена цели красного. Смена цели красного. Отбежали от него. На Ice Freezer бежит. Ух ты, феноменальная реакция. Сразу кинули. Отбежали перед ними. Ух, не бейте в РДД-зоне, пожалуйста. Пельмени. Растакать и раскол. Велвин и даун. Раскол, видать. Стопать. А, блин, сказал стопать типа босса. В этом странно, но на профи в этом рейде ДПСа больше, хотя на сурке было меньше. Уже 44. Милики сбежали в РДД-зону. Сбежались. Че? 43 уже. Все равно надо будет стопать. Да, да, понятно. Надо стопать и по профу. Просто в тот раз было 45% и слизень уже выходил. А сейчас 40 и мы стопнули. Вот в чем дело. Ну, там Джулиан будет спойтить гимноману пока. Мерилин молодец. Ваня, потом подымешь ее. Полба сейчас будет. Ну все, иди поднимать ее. Ой, пельмени, ладно. Маус ловит пельмень. Давайте все к столу. Бафы по ханту даем. Может случиться что-то любопытное. А где красный? Чего не выиграл цель? Дурачок какой-то. Видели? Хрит себе. Звезду. На ком зеленый дубак? Звезде, сбегайтесь. Отбежали от зеленого, отбежали от зеленого. Не бейте сейчас зеленого. Отбежали из череп. Ох, видели? Почти догнал. Ловите пельмени по КД, да, и ДПС уменьшается, соответственно, больше стаков. 3 стака. Ну да, заберет, блин. Себе заберу, наверное. Ты про чему?
Не, про любые вещи. Так. Защитник. Тут, конечно, непонятно, как ретрик все время передамажил другого ретрика, который настолько больше нет. Тут Джерин 4 ПВП ретриком на профи. Не, ну я про это и говорю. Как так? Тут, наверное, колба наступал. Потому что на сурке в большинстве случаев просто решает бурст. А на профи надо мозги еще иметь. То же самое, когда... Ладно, долго объяснять. Просто мясом задамажил второй ретрик и все. Своим шмотом и, ну, ПВЕшным спеком. Да, я не знаю. Походу. Да. Ну или Джерин не стопал дамаг по профу, когда просили, поэтому он четвертый. Понятно. Я не знаю, там много факторов есть. Там у Джерина 3 и 2 дама по профу, а у герцогини 2.6. А по слизням у них... По слизням у герцогини больше, кстати. Завтра вернулся собой. Если Джерин слизнем, или просто бурей задел. Не, он просто не стопал ДПС по профу. Либо... Герцогиня медленно бегает к профу до слизней, от профу к слизням, поэтому так. Ну смотри, к примеру, если на тебе красный, ты за милика должен за ним бежать. За красным, а зеленого просто стоишь и ждешь. Чё, когда мне ИРЛ говорит стопай дамаг, я не стопаю. Про себя говорю. Там мидр гомеопатии. Контрольте метки. Ну, что-то лень так распределять все. Либо контрольте, либо все агрите. Ребята, кто понял, с какого советского фильма был мураш? Блять, что-то не могу понять. А что он не работает? Мне надо переместить ДБМовские полосочки эти, сука. Зачем мне тебе надо? Сейчас через 7 минут РК офнится и Варкрафт обнулится, короче. Я не скопировал все каналы. Какие каналы? Давай, посчитывай. Блять, да что за... Ну сделал же на другом персе. Вот вниз у меня вот эти вот... Под хилбот, под... Ну... Кровавая вот эта хуйня вся. А мне нужно передвинуть правее, короче, это говно все. Чё оно мне, блядь, не берется, блядь? Чё? Ну, значит, закреплены у тебя фреймы. А как их открепить-то, блядь? Всё, ДБМ там настройки все. Ну, короче, зашел там на группу ВРК, только что завтра закрытие, а не сегодня. Завтра. Заходишь в техподдержку ВРК, там высвечивается мы в Дискорде. А, все нашел, блядь, такую тупицу.
Сказали завтра в 12 часов ночи, то есть через 6 минут, да? Да. Не, завтра вечером. Сутки, короче. Так завтра 1 апреля. Ну, завтра будем прощальную вечеринку устраивать. То Порошенко проводим, ИРК проводим. Кстати, будет песню торчит кому-то. Он там в конкурсе своем. И на ивенте проиграл. Я выйду сейчас, ты меня дал. Да, будет еще хуже. TeamSpeak скачаем, пойдем в ТС. Ну, TeamSpeak кто-то сервер должен держать. Что там так не, да? Нет, там, ну, то есть кто-то качает сервер, у него должен быть комп 24, если нет ключ. Дискуссионная вещь, чем вы на него не будете. Зачем вам этот, есть же этот Discord, это просто жопа. Зачем вам TeamSpeak, не TeamSpeak? Да потому что Discord это навязчивая реклама, в жопу их. Филин, давай ты на теле, а бутыла на двоих, на пульте там на работе. Если жопу их, нормальная фигня. Давайте сделаем, как Гроги написал. Да, у меня до сих пор есть аскин. Квип. Квип. Квип, да. Аська, да. Где девятизначный? Я не помню, но где-то пароль остался, я заходил где-то год назад, просто ради интереса посмотреть контакты свои. Анли пишет, что такое Аська. О, давай у вас сидеть. Когда я в линейку играл, в нулевых годах, 7-9, там это было распространено. Квип Аськи, да? Мощно. И тогда и TeamSpeak был. Этот звук я никогда не забуду, Васьки. Пароходы? Так, как это было давно? Давайте разбегать. Бильярд был классный. А кого на кинетике сажали? По умолчанию все ханты и все шипы на кинетике. Можно даже не спрашивать. Но я хулю близкий. Это мат. Прикольная реклама. Дайте капельку на протопал. Сферы побили. Не, там другая была, другой звук еще был. Еще древнее там было какое-то. Либо звучание исказило все. Давай Саски теперь. Можно рост? Давай. Саски теперь включи. Сквипа, точнее. Сквипа тот же самый. Я там не тот же самый звук был. Тебе я сам так поставил. Не знаю, как объяснить. Там какое-то эхо еще было небольшое. А табу? Как-то так. Типа запуск турбины или как-то такое. Сейчас я сам посмотрю, убью в Google. Там проходит видео, когда находишь. А вот этот. Вот этот звук. Блин, вот это ностальгия. Сухарики три корочки, да? Звонок такой был на дверь. А чё, с лутом?
Ничего. Пойду ГП. Нарчик. Блять. Рульте, заметил. Зачем ты берешь? Персон идет на это? За 10. Зависит. Вот зашел, короче, квип 2005, то есть Англии было 6. 2005? Да, когда я начинал играть линейку, ему было 7, значит, да? 2006 год. Компьютерные клубы. Час 2 гривны. Старые имиджборды, форумы. Перчи надо кому-то вот эти. Паски, квипы. Зарождение ВКонтакта. Да, я помню вот эту тему. В каждом клубе сидел такой пацанчик, который тебя за 5 гривен ВКонтакте регал. Рейтинги ВК. Помню. Сигареты по 2,50. Вот это был ВК винрарный, реально. Там сейчас это ВК какое-то жалкое подобие Фейсбука и Инстаграма. Подписчики какие-то, закрытые группы, вот эта вся херня. Раньше никакой рекламы не было. Раньше солнце светило лучше, да? И пиво не разбавляют. Нет, там донда разбавляют все подряд. Да, не было сейчас этого сленга тупого, как сейчас тролли какие-то, азаза, петушки там. Люди не знали, что такое тролли. А скажи, в этом клубе азаза, типа, блядь, это было так пробьют, да? Раньше были нормальные пацаны или мудаки? Раньше нормально троллили, сейчас какой-то отстой полный. Дай боёк. Были эти, как это назвать, был Советский Союз. Социалистических республик. Мы не столько старые вроде. Нерушимые. Слава, ты шаватник? Не, не ватник. Мессильский ватник. Мессильский ватник. Ну там недавно группа нашел и за 2009 год ВКонтакте, там мой пост за 2009 год оставлен. Жесть. 10 лет прошло. Группа называется Wolfenstein про игрушку. А надо перчатки эти на лице выглядит, куда я не знаю. Return to, что-то там, Wolfenstein, Castle, по-моему. Жесть.